Друзья, всем привет! Всем привет! Сегодня мы поехали в Уссурийск смотреть пробежный автомобиль. Нам заказали, посмотрели, и начался дождь. Но по дороге мы заедем на рынок Уссурийска и покажем цены. Потому что не так часто ездим в Уссурийск. Вот, и будем снимать цены. Сравнивайте с ценами во Владивостоке на беспробежные автомобили. Еще хотелось бы добавить то, что расширяем немного свою географию, да, помимо Приморского края, то, что мы смотрим автомобили Владивосток, Артем, Уссурийск, вот, есть диагностика в Хабаровске, то есть без проблем, если вас заинтересовал автомобиль пробежный, беспробежный в городе Хабаровск, звоните, с радостью поможем. И смотрите, несмотря на непогоду, на дождь, да, то есть сегодня выходной, вот, рынок оживленный, ну как оживленный, то есть покупатели стоят, машины стоят. Дождь, кстати, усиливается. Вот, ну, давайте посмотрим, есть ли покупатели на авторынке или нет. Mitsubishi E-K-Wagon, то же самое, что и Nissan Days. 320 тысяч, по-моему, она стоит, 15-й год, климат-контроль, 3,5 балла, 101 тысяча пробег. На штамповках, на летней резине. Сзади небольшая коцка на бампере видно. Так, с виду целый автомобиль. Nissan Clipper, 15-й год, автомат, 4 ВД, ровно 300 тысяч рублей. 0,7. Такой кей-кар, мини-автобус. Clipper NV100 Clipper. Рядом Hi-Jet Cargo. Немного другой вид у него. По сравнению с обычным хайджетом, 15-й год, автомат, 4 ВД, тоже 300 тысяч рублей. Daihatsu Terios Kit, 7-й год, 4 ВД, 340 тысяч, мини-джипик. Зимняя резина на родном литье, спойлер, ультравики. Постоянно ставили. Он уже 15. Сзади полноценная запаска. Он реально прикольный. Есть двигателя демовские, есть двигателя детовские. Здесь стоит дет. Nissan D, такой рабочий автомобиль, рабочая лошадка, 14-й год, 1,5 литра, автомат, 400 тысяч рублей. Резина зимняя, туманок нету, бампера, они все приходят с черными бамперами. Некоторые продавцы окрашивают бампера в цвет кузова. На штамповках ветровики. Таких автомобилей мало, почему-то везут. Так, далее напротив стоят тоже мини-джипики Pajero Mini, 2008 год, на крыше рейлинге, турбо 0,7, 345 тысяч стоит автомобиль. Рядом стоит 2007 год, 4 ВД, 315 тысяч. Ну и третий на летней резине, на родном литье. 345 тысяч. Автомобиль 2010 года. Рядом Daihatsu Mira ES, 2015 год. 280 тысяч. Suzuki Wagon R, 2014 год, 295 тысяч. Это что? Это мувик у нас, по-моему, стоит, 14-й год, все это 0,7, 295 тысяч. Аква цены нету. Toyota Sienta, уже свежий кузов, 15-й год, 1,5 литра, 4 ВД, 750 тысяч рублей. Есть гибридные версии автомобиля, полноценный гибрид. Honda Freed Spike, есть Freed Spike, 15-й год, 1,5 литра, двигателя все 1,5-литровые стоят, 625 тысяч рублей, автомат. Toyota Porte, 15-й год, 1,5 литра, автомат, 540 тысяч рублей, красивый розовый женский цвет. Зеркала заднего вида, смотрите, такие коричневые. Вчера у нас вышел ролик, да, про седаны, но вот на зеленке что-то не встречал Атиид, именно Латио. Это новый свежий кузов,
новосвежий кузов. Ну, ценника здесь нет, есть 485 тысяч рублей. Автомобиль 2015 года, аукцион 4 балла. Рядом стоит Honda Fit, красный цвет, на штамповках, бесключевой доступ. Автомобиль не гибрид, на климат-контроле. Стоит он 585 тысяч. Видите, фары линзованные. Toyota Corolla Fielder, неплохая комплектация, 10-й год. Движка 1,5 литра, есть 1,8. Аукцион 4 балла написано, 625 тысяч. На литье, на летней резине, обвесы, хром-ручки, сзади спойлер, туманки, повторители в зеркалах заднего вида. Nissan X-Trail, белый перламутровый шикарный цвет, турбо, это, друзья, дизель, дизелей мало, кстати, дизеля, они реально, они едут, они прям прут, он люкатый, 2011 год, стоит он 930 тысяч, что видите, написано турбо, дизель, 2 литра, 176 лошадиных сил. Кузов NT31, там у дизелей, по-моему, о, не помню, там разница какая, дизелей мало. Ну и как бы по народу, по покупателям, да, смотрите, в принципе, ходят, кто с зонтиком, кто в плаще, немного, но есть люди. Toyota Raki, синий цвет, фары, линзы, туманки, 625 тысяч, год, наверное, 15-й не написан, на литье, на летней резине, а не, написано 14-й год у автомобиля. Toyota Passo, 4 воды, 15-й год, объем двигателя 1 литр, розовый цвет, светлый салон. Цена, сейчас вам скажу цену. Нет цена. А цены нету. Фары, а нет, есть цена. Стоит он 405 тысяч. Вот кто-то покупает джимика, загоняет на яму. Кстати, яма, если не ошибаюсь, у них стоит, по-моему, 200 рублей здесь просят за яму. Грузовичок вот такой стоит, Бонго. Бонго 12-й год, мотор 1,8, бензин 3,5 балла, 650 тысяч он стоит. Алион, новый кузов 1,5 литра, на штамповках, хромированные накладки, полный мультируль, темный салон, сейчас ценник вам скажу, 935 тысяч. 4,5 балла, ББ, да. Реально все. Таких нету. 4,5 балла, 52 тысячи пробегу. 16-й год, 1,5 литра. Еще одна Passo, черный цвет, 415 тысяч. 4 балла, да? 4 балла на климате, идеальное состояние. А что, как вообще народ покупает машины, нет? Конечно, покупает. Ну, смотрите, вот он, Leon, да, который 16-й год, 935 тысяч. То есть открыли статистику. 4,5 балла. На камеру, наверное, не увидите, но все совпадает. 52 тысячи. А вот аукционник открылся, смотри. По кузову чистый, там вот эти какие-то один, ну, может, на пороге на левом есть какая-нибудь царапка небольшая. Что на лобовом стекле, что в статистике, что это реальная тачка с родным аукционом, родным пробегом. Да нет, да знаете, я, а вон она вот какая-то коцочка. Да. В общем, стоит хороший автомобиль, кому надо, покупайте с реальным аукционником. Toyota Passo, это уже свежий кузов. Датчик при столкновении, туманок нету, стоил автомобиль 480 тысяч рублей. Зачеркнуто, написано 470 тысяч. Вот такие пасеки. Ну и пасеки, буны, в принципе, все то же самое осталось. Они потихонечку начинают появляться. Но, конечно, автомобиль стал намного комфортнее, чем был. В плане удобства салона, да и внешний вид тоже изменился. Друзья, смотрите, Nissan Serena Restyle. Автомобиль 2014 года. Гибридная версия, 890 тысяч. В комплектациях бомба, ни у кого такой тачки нету. Тут две электродвери, две печки, салон Алькантара, как бы навороченный.
Угу. Переезжает вот эта вот, ну, штука, она может на заднюю сидушку переезжать, который подлокотник, на переднюю сидушку. Не, просто таких, я говорю про что, что на рынке таких комплектаций нету. Есть там одна электродвигатель, да? Еще что-нибудь. А, значит, аукцион, аукцион. Ну, короче, эрочка, покраска двери. Да, покраска двери. Я там нарисовал 4 балла, но факт эрка. Угу. Тебе некоторые пугают, а эрка у меня. Так, а не вижу пробег, какой у нее? 124. А, вот вижу пробег, 124 тысячи. Ну, как бы родной аукцион, родной пробег, ешь. Если пробить, все вылетит, все как положено. Сюжет, это уже нет, это уже нет. Короче, все хотят видеть 4 балла, поэтому немножко исправляют. Но видите, вот как бы нас не знает никто. Не то, что никто там на Уссурийске, на вторинке нас тоже знает. Вот конкретно вот этот человек не знает. Мы подошли, нам сразу он сходу сказал, то, что автомобиль R-ка, пробег родной. А еще одна Mitsubishi, 16-й год, суперсалон, без пробега. Ну, естественно, она будет без пробега. 320 тысяч рублей. Ребята, Toyota Sienta, 14-й год, 1,5 литра, камера заднего хода. А, что там? А, подтяжка дверей, ксенон, туманки, 575 тысяч. Боковые двери сдвижные, здесь три ряда сидений. Ниссанчик, вот такой кейкар, 15-й год, 385 тысяч стоит машина. На летишке, на летней резине. Задняя часть автомобиля и Сиента, задняя часть. Комплектация Highway Star. Смотрите, стоит Volvo, правый руль, и BMW стоит, правый руль, японцы. Цена, к сожалению, не указана на них. Subaru Impreza, такой хэтчбэк, двухлитровый, хорошая комплектация, туманки, датчики предстолкновения, обвесы. 865 тысяч стоит автомобиль. Honda Fit, самая простая комплектация, 4 ВД, 605 тысяч рублей. Как простой, климат-контроль есть. 4 ВД за 605 тысяч. А еще один Honda Fit, но это, ребят, уже 2018 год. 4 ВД, 855 тысяч. Комплектация, кожаные вставки, климат-контроль, сзади спойлер. Но не дешево, я вам скажу, для фита. 855 тысяч. Далее, значит, Honda Freed Spike, 15-й год. Такой бордовый цвет, 655 тысяч. Напоминаю, Фриды, у них сзади вот это вот. Есть окошко вот этого, да? Мне вторая рука занята. А в спайках нету. И в спайках делается ровный пол, а во фридах нет. Toyota Rush на литье. Свежий год, 14-й, 4 ВД. Все не 4 ВД, по-моему, идут. 915 тысяч. Напоминаю, есть Toyota Rush, а есть Daihatsu Begho. Смотрите, стоит Volkswagen, правый руль. 14-й год, автомобиль 4 ВД, такой он какой-то модный, люкатый, или это панорамная крыша. Вроде того рек, а вроде не того рек. В европейцах не разбираемся, мы по японкам. Honda Step Wagon, спада, 12-й год, мультируль, иммобилайзер, 900 тысяч рублей. Рядом стоит Нох, свежий кузов, сзади видим сонары, метла, летняя резина, без литья, повторители в зеркалах, 14-й год, 2 литра, сонары в круг, DVD,
Туманки, пробег 35 тысяч, состояние нового автомобиля и всего 999 тысяч рублей. Nissan NV. Ну, это не NV, это Delica, в принципе, это все то же самое. 13-й год, мотор 1.6, 590 тысяч. Nissan March, 16-й год, мотор 1.2, 400 тысяч стоит автомобиль. Коробчонка такая небольшая, за 400 тысяч. Вон Серега нашел какой-то модный женский Prius в розовом цвете. Что там регулируется? Дорожный просвет регулируется. То есть... А где написано? Вот. А, да, представляете, 14-й год, аукцион, эксклюзив. Дорожный просвет регулируется. Но он, да, он, смотрите, какой-то такой завернутый. Не знаю, там, наверное, по небу подвеска какая-то стоит. И все розово. По-любому японка ездила на розовом автомобиле. А цена есть, там я упустил или нету? Цены, к сожалению, нету. Там сердечко, видите, сзади какое-то. Сколько цена? Миллион 50 стоит автомобиль. Смотрите, какой розовый салончик. Розовый руль со стразами, розовая подсветка, ребят. Розовые коврики даже. Там все, и коврики, и сзади. Все розовое, офигеть. Видите, сверху подсветочка тоже розовая. А подвеска регулируется вручную. И здесь розовый коврик. Так, зонтик берем. Вот такой вот розовый автомобиль. Toyota Probox, 505 тысяч, 14 год, аукцион 3,5 балла, новая резина. Еще один белый цвет. Серенький, согласитесь, как-то поудачнее, да, смотрится, чем белый. 3,5 балла, но ценника здесь нету. Suzuki Alto, голубой цвет, 14 год, 07, ввоз 15 августа, 287 тысяч. Ноут 465. Еще один Probox, 4 балла, 92 тысячи пробегу, 495 тысяч рублей. Suzuki Solium, G-Limited комплектация, 4-цилиндровый мотор, 1.3, 425 тысяч. 425 тысяч русских рублей. Цены нету. Вот еще одна Тиитка стоит. Ценника тоже цена не указана. Аква стоит. Моделист, а в моделисте 14 год. Без цены. Prius в новой морде. 15 год. Цена тоже не указана. Паса. Тоже новый кузов. 16 год. Без пробега, без цены. Еще один Prius. 14 год. 14 год. Без цены. Автобус летает. 12 год. 1,5 литра. На коробе. На коробке. Ценника тоже не написана. Не указана цена. Fit Shuttle. Не гибрид. 4 ВД. Автомат. Без цены. Бесценный. Это уже гибрид, тоже бесценный. Гламурный такой цвет, розовый. Обратите внимание на фары. Автомобиль 2014 года. Литровый Джавелла, Смарт, туда-сюда. Цена. Цена 504 тысячи. Да нет, пока просто смотрим, спасибо. Альфа, линзованная. 11 год, гибрид, они все гибриды, 864 тысячи. Кстати, с люком. Ну и давайте, наверное, затронем еще грузовички. Да, грузовички. Стоят пробежные. Toyo Ace, 8 год, дизель 3 литра, 1 120 000.
Toyota Duna, бортовой грузовик. Это, кстати, тоже бортовой, 1 020 000. 2008 год, 3 литра дизель. Nissan Atlas, тоже бортовой грузовик, пробежный, 1 070 000 рублей. Дизель 3.2, 4 ВД. А еще один Atlas 2009 год, 3.2 мотор, тоже дизель, 4 ВД, 1 020 000 рублей. Далее Atlas, тоже бортовой, 8 год, 2.7, дизель, 4 ВД, 910 000 рублей. Далее смотрим, что у нас. Следующий Atlas, 8 год, 2.7, дизель, 910 000 рублей. Такая вот крановая установка Atlas. Atlas двухскатник, 1 920 000 рублей, автомобиль 4 ВД. Следом идет самосвал Титан, Mazda Titan, 4-й год, кубатура 4.6, 4 тонны грузоподъемность, 1 470 000 рублей. Следующая опять Mazda, просто самосвал. Самосвал 1 420 000 рублей, дизель 4.3, 4 тонны. Mazda Titan, тоже самосвал, 1 520 000 рублей, 2004 год, 4.6, 5 тонн. Еще один Титан, тоже самосвал, 1 620 000 рублей. Кондор 7-й год, 4.6, 1 620 000 рублей, 5-тонный. Еще одна Mazda Titan, 2004 год, 4.6, 1 670 000 рублей, самосвалы. Следующая Mazda Titan, это год посвежее, 10-й год, объем 4.6, 5-тонник, 1 820 000 рублей. Еще один Atlas, 7-й год, 4.2, 4 ВД, 1 820 000 рублей. Не бортовой, а будка, 3-й год, Titan. Коробка, цены не вижу. Дюна, бортовой грузовик, 2 дня в РФ, 13-й год, дизель, полная пошлина, цена не указана. Еще одна Дюна, бортовой грузовик, Эра Глонасс есть, 1,5 тонны, 3 литра, цена не указана. Там ценника вроде нету больше. Атлас двухкабинник 930 000 стоит. Все, в Уссурийске показали, машины посмотрели, цены показали, дождь как шел, он в принципе так идет. Позвонили с Владивостока, говорят, там опять какие-то потопы. Давайте сейчас заедем в город, посмотрим, что там происходит, может, успеем вам что показать. Друзья, как работает машина времени? Секунду назад были в Уссурийске, через секунду находимся во Владивостоке. В общем, самый такой сильный дождь прошел. Немного идет, да, едем на вторинах в зеленый угол. Сейчас посмотрим, если закончится, то будем дальше проверять автомобили. Если нет, то на сегодня закончим. Соответственно, показать вам нечего, потому что все вот это вот, то, что натекло, уже стекло. На сегодня все. Всем пока. Всем пока.